Привет, вы на канале Санзаныч ТВ. Сегодня мы открываем вот такую вот игрушку. Мы открываем Potato Head. Это такая игрушка, конечно, для маленьких детей, которые еще дошкольники, но мне она так понравилась, и я захотела ее купить и поиграться, да, Саша? Да. Саша тоже захотел поразбирать этих... Нет, это только мама захотела. Вот тут есть 4 вот этих головы картофельных, которые можно миксовать между собой. Есть Халк, Капитан Америка, какая-то тетка вон с длинными волосами и Iron Man. Как эту тетку зовут, Саша? Да, вот тут такие класснючие яркие картинки. И их можно между собой перетусовывать. Сейчас Саша откроет и будет нам показывать. Да, Илья откроет. Опс! Вытаскиваем эти игрушки. Вот так Саша тетку тянет за нож. Получается. Они тут хорошо вот так приделаны. Вот, друзья, разобрали мы коробку. И у нас вот есть такой вот Iron Man. Вот этот Iron Man. У него вот тут даже есть рука такая вот класснючая, перчатка. И вот снимается эта штука, ножки. Сейчас Саша поразбирает. Следующая фигурка у нас вот такая вот тетечка. У нее тоже все разбирается. Мы сейчас посмотрим, как оно разбирается. Потом у нас идет Халк. Вот с таким зеленым чубом, с такими руками, огромными ногами. И вот тут такой кулак у него в руке. Тоже такой смешной, интересный. И вот Капитан Америка со щитом. Руки, ножки, туловище и вот такая вот маска Капитана Америка. Крутая. У Саши тоже был бластер такой вот, он распаковывал Капитана Америку. И вот такую вот маску тоже, шлем. У него она там даже видно, там что-то свет разный получается. Вот Саша разбирает эти фигурки, делает совсем разные. Теперь у нас тетечка Iron Man, Капитан Америка низ. Халк одел маску Капитана Америки. И все понамешались, да? Не, Капитан Америка себе Халка руки. И ноги этой тетки, Iron Man себе Капитан Америка, это, и ноги Халка, Халк себе тетки плащ, и ноги Iron Man, и тетка стала Iron Man и Капитан Америка. Да, вот такие вот смешные 4 человечка у нас есть, и Саша ими будет играться теперь, да? Или мама будет играться? Мама будет играться. Вот такие вот маленькие прескул игрушечки. Ставь лайк и подписывайся на канал Сан Саныч ТВ. Пока-пока.